И, ребятки, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare. С вами снова Джо, добро пожаловать в наше терсолирование. К сожалению, в прошлой серии мы потеряли нашу бэкапную базу. А ничего страшного, во-первых, это реально бэкапная база, в этом вся идея была. Отводить от нас, от основной базы, агрессию в пользу другой. А, конечно, печально. Там были клевые пешки, которых я бы хотел приберечь. Но... жизнь такова, какова она и есть, и больше никакого. Но в целом печально. Я понимаю, особенно, наверное, печально тем, кто предлагал имена своих пешек, и они были похищены. Я очень надеюсь, что похищенных пешек мы вернуть сможем. Шансы есть. Такое вполне себе часто случается. Просто приходит событие о том, что мы требуем от вас этот... да блин, как это называется-то? Сложно, когда ты одноклеточный. Рэкет. Мы вымогатели. Нам нужны деньги за ваших пешек. И мы можем в несколько путей решить, насколько я помню, мы можем ворваться и спасти наших пешек. Просто, типа, зачистить лагерь и похитить наших пешек обратно. Либо можем выплатить требуемую сумму. И так вернуть наших пешек обратно. Сам варианты есть. Скорее всего, выкупить мы не сможем, потому что мы на деньгах практически не сидим. Вот чего-чего, а серебра у нас практически никогда нет. Практически никогда нет. Но что-то придумать можно будет, ребятки. Что-то придумать можно будет. Если появится возможность, то постараемся, вернем. Не исключено, что может случиться рейд, в котором в лице наших противников выступят наши бывшие тиммейты. Такое вероятно. Такое тоже бывает. Мы потихоньку начали расчищать. Охренеть, у нас слишком много человечины. Слишком много человечины. Хорошую мы оставим. Это переработать. Мин. Я буду скучать. Честно, я буду скучать по нашим пешечкам. Они были как родные. Но вот на... блин. Если мы все-таки доберемся до концовки, там же будет написано, как я зафейлил. Там будут написаны имена потерянных пешек. Оу, мин. Но вообще, конечно, прикольно. Это все события дополнительные. Это действительно интересно. Печально. Печально, но чертовски интересно. Я бы хотел еще одну турельку где-нибудь построить. Где-нибудь здесь. Для дополнительного отвода противников. Но и чтобы она не перекрывала вход. Ну, типа, куда-нибудь сюда. Зато это поселение потихоньку приобретает какой-то общий вид. Кроме того, что у нас чертовски огромное, колоссальное количество всякого хлама на складе. В целом неплохо. Колми, будем ли мы присоединять к нам Колми? Нет безымянного пальца. Шрам от укуса. Но у него 11 горное дело, плюс он подземник. Так что, и еще он живучий. Мы можем из него сделать еще одного танка. Потому что он живучий, получает на 50% меньше урона. Да. Можем сделать из него еще одного танка. И это будет профитно. Это будет профитно. Харли, можно успокоиться. Отличная работа. Оп. Мы тебя вылечили. У него опять куча обморожений, потому что безумно холодно в этой комнате. Без проблем. Мы это делаем для пленников, так как мы его решили... Нет, не в саркофаг. Не-не-не. Как он умер? Он уже в тяжелейшей гипотермии был. Мя-мя-мя. Немножко печально в целом.
Цонпу, Лернави, не надо здесь кушать. Почему мне надо за вами следить каждый раз? Гайс, гайс, ну камон. Так. Так, так, так. Хорошо. Бэкапную базу все-таки, наверное, нужно будет еще одну сделать. Либо мы уже можем прям начать раздувать эту. Мы самобытные. Можем изготавливать броню. Можем изготавливать шмот. Можем изготавливать протезы. И оружие. Я знаю, что я сжигаю большое количество полезного мяса. У, кстати. Давайте сюда загрузим... кожа человека. 1000. Кому-нибудь отправим? В целом, без разницы. Лернави, ты где? Не-не-не, мне нужно, чтобы ты с коктейля Молотова пошел сжег вот этих ребят. Я думаю, что да. Я думаю, что мы начнем... Окей, мы попробуем другой темой. По всей видимости, я недостаточно скиллов, чтобы одновременно следить за двумя поселениями. Сделайте скачуху. Я играю в Римку раз в неделю. Я очень быстро забываю, что происходит в этом мире. Но... в целом, да. В целом, да. Поэтому... Я стараюсь. Я действительно стараюсь. Слушай, мне надо, чтобы ты заресайклила все барахло, которое вот здесь валяется. Хотя бы в этой... Блин, слишком много зацепил. Ну ладно. Харли... 80% нет. О, я думал, что это дроп-рейт. О, Маугаут. Не надо так делать, пожалуйста. Это Рэнди просит прощения за то, что уничтожил нас в хмель. Нам не надо. Мы не варим пиво. У нас нет пивоварения. Окей. Как мы постепенно здесь всю зону превратили в посадочную. Прикольно. Это больше не для пленников. К сожалению, наш пленник погиб. Не повезло, не фартануло. Честно, я не следил. Я не могу сказать, что это была прям мега пешка, но это была бы интересная пешка, которая могла бы нам еще стали покопать для облегчения. Окей, пусть они сейчас поспят. Пельмень, иди. Нет, в таком случае не иди. Я думал, ты пойдешь спать. Разделай все это барахло. Может быть, еще один столик для разделки сделать? Мне кажется, стоит. Слишком много у нас работы по разделке получается. Или, может быть, стоит сделать крематорий? Но я не хочу сжигать. Потому что, во-первых, мы из человеческой плоти делаем топливо. Всегда хорошая тема. Оп, Харли, построй столик. Древесина-то у нас есть? Да, у нас полно древесины. И это будет дополнительный столик с теми же самыми задачками. Харли. Помоги с этими делами. Как они на одном столе это делают? Чудики. Смотри, они могут это делать. Они мешают друг другу. Ты видел когда-нибудь такую механику? Так, загрузка завершена. Кому нам закинуть... фиолетовым. Мы с ними чуть-чуть просели в плане союзнических отношений. Сейчас фиолетовым закинем. Фиолетовые, вот они. Держите подарочек. Сейчас я кота выпущу. Сейчас буду. Мы уже друзья?
Мы уже друзья? Да, 100%. Окей, окей. Почему они это делают за одним столом? Торсо, помоги тоже с этой задачкой в таком случае. Это безумно, я не знал, что они могут вдвоем это на одном столе делать. Это круто. Это упрощает, типа три пешки могут... Так, что-то происходит, рейд? Необычная продажа. Ядро искусственного интеллекта? Это если бы мы проходили с помощью корабля. Одно из соседних поселений, Оескус, связывается с вами с предложением об обмене. 88 накладок на голову. 88 накладок на голову? Мы должны отправить караван с указанными товарами. 88 за неугомонную катафрактарскую броню. Шедевральную за 6000. Это мощная броня. Ты посмотри. Но, гайс, 88 накладок. Я... не уверен. Пельмень, давай еще одну разделай и иди отдыхай. Нет. А насколько бы сильно я не хотел мега-катафрактарскую броню, она, кстати... Да почему я каждый раз на карту перехожу? Я что, какой-то чудик? Рыночная стоимость, красота, количество добываемой еды. Эффективность сна 30%, скорость передвижения плюс 20 клеток в секунду, скорость поглощения пищи на 50% и прочность плюс 20%. Легендарная шмотка. Офигеть. Пешки в ней просто будут спать как безумные. Я не уверен, насколько это полезно. Харли, иди кушай. Торсо, иди кушай. Гайс, молодцы. Хватит разделывать людей. Окей, мы здесь смогли наконец-то расчистить. Бронештаны. Это кто-то свои снял там? Кто-то просто пришел туда, чтобы снять портки? Блин, ты прикинь, Даряба реально пошла и сняла свои портки. Окей, дуд. Окей, дуд. Так, Ряба. Ты никогда не будешь переносить? А, нет места. Сори. Блин, сколько всякого мусора. Какого хрена? Мы пытаемся его перебирать. Но у нас еще больше мусора становится. Ну окей, это хотя бы стакается в одну кучу. Сколько всякого разного трешака. Мы, кстати, можем простой протез ноги Харли пока поставить временно. Это не самое оптимальное, но... Все равно, сколько это? 80%? 85%? Добавить, установить... У нас есть... Удалить. Точно. Я думал установить... левая нога. Харли, да, иди сюда. В прошлой серии вы писали, что доверяете Стефании провести операцию. Я доверяю Стефании. Она назначена у нас на медицину?
Да. У нее, кстати, один из худших показателей медицины. Нужны материалы. Харли не требуется лечение. В смысле? Смотри, простой протез левой ноги. На норм медикаменты. Нужны материалы. Чье? А Лернави уже потащил делать. Окей, Мэг. Опередили. Надеюсь, пройдет нормально. Спасибо. Простой протез ноги — это не самый топ, но это лучше, чем отсутствие ноги. Это лучше, чем отсутствие ноги. Факт. Знаешь, что хочу? Лернави занимается кучей разных дел. Шахтерство мы с тебя снимем. Фермерство повысим. Потому что у нас должно быть все засажено. Нам нужен еще один постоянный фермер. Я переводил всех на строительство. Валера. Фермер. Да. Повара. Наверное, нет, их не буду трогать. Окей. Этого, скорее всего, хватит. Каким? Не-не-не, все нормально. Мне показалось, там написано, что есть какие-то незалеченные раны. Торсо! Почикай одежду, я не знаю. По-хорошему, это все нужно реально тоже уносить сюда. И просто сжигать. Туника. Шапка. Зверошапка. Вязаная. С хвостом. Что еще там есть? Вот это как называется? Покров. Покров, туника точно туда пойдут. Шапки точно туда. Покров, туника, маска войны. Маска войны, души. Любая маска. И вот эти. Топ-хэт. Как эти... Я не знаю, как эта хрень называется. Вот эти кандибоберы, блин. Я не знаю, как они в этой игре называются. Невая туника. Уничтожить. Харли снова может ходить. Поздравляю. Поздравляю. У нее почти прошла зависимость, да? 2% осталось. Хорошо. Уважаемо. И все же... Окей. Я вижу, что точно начало уменьшаться количество всякого трешака здесь. Хорошо, оставим, наверное. Вот это тоже заблокируем пока. Потому что они начинают эти вещи надевать. Лернави собирает рис. Ничего страшного, я попрошу тебя помочь чуть-чуть. Тарсули, помоги самую малость. С огоньком работают. Во, поднимем рабочий запал. Еще один автомат, разрывающий, отличный автомат. Давайте пересвапаем. У тебя хороший. Торс, иди возьми себе отличный. Оп. У тебя отличный. Харли, у тебя вообще шедевр. Валера... Нормальный. Возьми себе хороший. Нормальный, точный. Так, Стефания, у тебя что там?
усиленный. Меня устраивает. У тебя хороший пистолет-пулемет, Ряба. Возьми себе вот эту штучку. Минг. У тебя мема. Блин, я бы тебе дал тоже какое-нибудь оружие получше, но ты... Ми. Ми. Надень. Я пока запрещу им куртки надевать. Они же сумасшедшие. Вот Ряба взяла, напялила куртку. Минус 6 на улице. Потом болеют там. Циститы там и прочие дела. Ну какого хрена? Ору, конечно же, ору. Тем не менее, да. Плохо время проводят. Все, вроде все наряжены. Рубашки, куртки, все, пока запрещено. Мы их разрешим, когда придет время. Лернави Classical. У Минга такое себе оружие. Но в целом попрет. Протезы ноги меня пока больше не интересуют. Бронежилет у нас есть. Мы можем действительно сейчас присуманить еще одну пешку. Я думаю, что стоит это сделать. Начать Верховный фестиваль 96%. Процент был бы лучше, если бы у нас была еще плюс одна пешка. 96% достаточно неплохо. 60% шансом пройдет весело и 50 на 50, что к нам присоединится новая пешка. 50 на 50, что к нам присоединится новая пешка. Торс, какого хрена ты ушел? Ты же лидер. Во, смотри, тусич. Может быть, это даже им поднимет чуть-чуть настроение. Скучно. Бывает. А еще один. У нас есть целых 3 мероприятия. Или 4 даже. Еще какой-то с поджогом у нас есть. Еще одно точно есть мероприятие. Налет, рой механоидов со всех сторон. Я не понимаю, они дропаются к краю карты? Внутри вроде нет стрелок. Если сейчас кто-то присоединится, это будет супер неловко, потому что его, скорее всего, убьют механоиды. Но такова твоя судьба, друг. Или подруга. Синтипид не видно. Драгунов вижу. Синтипид вроде нет. 1500 достаточно слабый рейд. Рэнди 0.7 заролил, потому что. Скучный праздник, вы охренели? Вы чё, блин, охренели? Два драгуна здесь. Три драгуна. Уланы. Пара жнецов. Гайс, ну камон. Ну это, конечно, печалька была, да. Конечно, была печалька. Два подряд сделать плохо. Ну ладно. Скучно. Минус один на 6 дней. Ми. Я бы, чтобы вы не сдохли сейчас, временно вас на алярму перевел. Потому что я вам особо не доверяю. Как же они медленно тащатся, ё-моё. Это придется целый день выбираться, чтобы потихоньку их там подстреливать. Все покушали там. Окей, мы подождем. Как только они где-нибудь до третьего ряда доберутся, я думаю, что мы призовем тогда всех. Пусть пока поспят, кто спит. Поднимут настроение, кто поднимает себе настроение.
Они в конце концов собрались одной кучей, и единственное, остается один драгун вдалеке. Остальные все здесь кучкой. Поджигать не имеет смысла, они от огня и от жары не получают урона. Не имеет никакого смысла. Чисто теоретически, может быть, там даже и турельки бы справились, но я не хочу проверять. Карли, иди сюда. Пельмень, иди сюда. Упс. Здесь обзор практически у всех должен быть. Я не знаю, были заправлены турельки или нет. Выглядит так, как будто не все. Но уже не успеем точно. Я не могу. Почему? У кого нет вижена? Харли не видит отсюда. Неловко. Стефания, встань сюда. Минк, иди сюда. Отсюда должен быть лучший обзор. Я думал, что отсюда видно. А, они у меня чередуются. Это не имеет смысла. Конечно, они тогда не будут видеть. Это же бред. Ой, я дурачина, конечно. Стефания, иди сюда. Харли отсюда может что-нибудь увидеть. Я боюсь ее сейчас выводить. Ой, я дурачина. Конечно же, я их неправильно расставил. Надо будет перепык-пык-пык. Конечно, она не видит ничего. Драгун. Это финальный драгун уже пришел, да? Все, да, вроде больше нет. Ну, его мы будем долго ждать, конечно. То прям совсем уставший Харли, от тебя толку все равно мало. Торсо. Стефания в очень плохом настроении. Валера. Минк. Станы... Блин, у вас никого станы нет. Ладно, сейчас они покушают, мне надо тогда... Карли обратно забрать. Я думаю, что этого будет достаточно. Пельмень, можешь идти, от тебя все равно здесь толка сейчас не будет. Ряба, иди. Знаешь куда? Бесит. У нас тут смертельная опасность. Че она ломает? Я тебе сейчас шею сверну. Давай, пусть сломает. Она же потом будет чинить обратно. Все. Откуда 9 компонентов выпало? О, интересно. А они турельку здесь сломали? Нет, она целая. Прикол. Откуда 9 компонентов? Они принесли в карманах? Ряба, нахрен успокойся. Починить. Сука. Но окей. А, они все супер уставшие и в плохом настроении. Хоп, вот. Почему написано, что Хоп на дизморале? Серьезный нервный срыв. У нее плюс-минус удовлетворение. А, двух поселенцев похитили. Да-да, конечно же, все от этого получают мут дебаф. Факт. Я забыл. Я уже забыл. Стер из памяти наших потерянных братьев.
Ряба, мать твою, хватит ломать обогреватель. Ряба больше не в истерике. Ну вот, другое дело. Теперь иди нахрен и делай. Окей. Ладно, пусть они сейчас выспятся. 5 сек. Какая тишина, какая. Все, все, закипишили. Закрутились, смотри. Все. Оп. Лернави, вам вроде кушать не нужно. Проведем третье. Ну, хоть одно из трех. Типа, гайс, 60%. Вы гоните, что ли? Два раза 60% не смогли заролить. Пополнение Red. Принять. Red, тебе лучше быть бы хорошей пешкой. Трудолюбивый. Горняк. И умственный труд. 19 лет. Достаточно средняя пешка. Прям слишком молодой. Есть природа. Только горное дело и умственный труд, по сути. Я думаю, мы тебе найдем применение. А ты можешь драться? Ничего не можешь. Печалька, печалька. Печалька, конечно. Но мы тебе найдем применение. Надзор не твоя сильная сторона. Шахтерство, двойка. Тройка, ученость. Врачевание тоже не твоя тема. Работа, единица. Охота. Строительство ничего не умеет делать. Только горное дело. Окей, окей. 100% горняк, вопросов нет. Ред, мы тебе найдем какое-нибудь применение. А, во-первых, я даже не знаю. Пока мы к тебе еще не привыкли. И ты можешь погибнуть в любой момент. Он не будет переносить еще. О, мой... Я хотел, чтобы он хотя бы блоков чуть-чуть притащил. Ладно, мы его за микроменеджментим сейчас. Почему он без штанов пришел? Объясните мне. Ответьте мне на простой вопрос. Какого хрена он... О, хрен он без штанов. Принеси сюда обломок. Окей. Окей, окей, окей. Ред, возьми автомат. Это нам не нужно. у нас не хватает комнаты для него. Прикол. Мы можем начать раскапывать эту скалу. Почему нет? Исландцы. Отгородитесь здесь. И... Копайте сюда. Я не думаю, что там будет нависающая крыша. Или нависающая тяжелая стена. Можем вот это не срубать. Мы это просто сгладим в таком случае. И добавим таким образом еще одну комнатку. У нас больше нет, да, мероприятий? Да, 3 мероприятия на 20 дней. Да. Ритуал обращения и публичная казнь. Еще есть такие штуки, но... У нас очень много риса теперь. Молодцы, нравится. Давайте Реду какой-нибудь ник придумаем в таком случае. Раз он на долгое время с нами зависнет... Надо ему какой-нибудь ник. Надо ему какой-нибудь ник. Так, секунду. Мой канал. Мой канал. Сообщество. Публикации. Никнеймы. Это парень, да? Мужчина. Лет. Ролим.
где-то я уже это видел. Лед Ледович или Лед Ледович. Как он так? Мы его называем Лед. Его называем Лед. Нам нужно тебе сделать шлем. Шить бронежилет. Изготовить бронешлем. Повторять до одной штуки. Качество от нормального и выше. Мастер тоже пельмень. И мы можем его, кстати, тоже псионику начать углублять. О, чё, мы смогли наконец-то перебрать всю броню, все ненужные шмотки? Ладно, нормальный пуховик можно оставить. Хороший можно оставить. Вот эту хрень. А, лет. Нам ее негде сжигать. Печалька. А, у нас здесь переполнено все. Лет. Я буду звать его Лет теперь до конца жизни, потому что я запишу 200 тысяч серий наперед, а потом автор этого ника напишет на самом деле Лед, а я уже записал 200 серий и все время называл его Ледом. Это просто моя жизнь. Окей. А займись вот этой буровой установкой. Тут почти добито уже. Слушай, смотри, с какой он скоростью мочит. И ему это нравится. Кайф. Изготовить автомат. Тоже неплохо. Изготовить бронежилет. Я думаю, что приоритетнее даже бронешлема. Они эффективнее? Вот в чем вопрос. Они эффективнее, чем обычные? Например, сколько они? 60 стали, 30 тканей, один компонент. И простой шлем. Сейчас мы его просто в очередь поставим. Просто 40 металла. Я подозреваю, что бронешлем значительно лучше дефает. В процентах. 63%, 31 от удара. И здесь 45. Но зато это целый компонент. Знаешь что? Мы останемся на простых шлемах. И я более чем уверен, что мне это потом аукнется, потому что я окажусь жадным засранцем. И какого хрена у меня пешки умирают от того, что я пожадничал. Пельмень. Работы, используя верстак. И мне нравится такой приоритет. Да, автоматы, броники, автоматы, шлема, броники. Плюс простой шлем можно еще здесь изготавливать. Это, скорее всего, тот же самый шлем, да? Да. Изготавливать простой шлем, повторять до одной штуки. Качество нормальная легенда. И здесь, если что, Харли может делать. Топливная, кстати, кузня. Можно заменить на электрическую. В целом норм. Лечебный корень здесь сажать не надо больше. Дьяволонитник. Можете здесь его попробовать высадить. Я не уверен, что он вырастет. А, пусть будет. Хоть всю эту область засадите. Я сомневаюсь, что мы его опять сможем высадить. Очень-очень сомневаюсь. О, они, кстати, здесь закончили. Так. Вот такая штука здесь. Две двери. Построить. Помс.
сгладить. Кстати, блоки. Ритуал связывания. Кстати, блоки. Очень даже хорошо. Неловко получается с этим охладителем. Потому что он все тепло будет в эту комнату выдавать. Это не здорово. Придется, наверное, переставить его сюда. Я же его правильно перевернул? Да, я так и сделал. И тогда нормально будет. Здесь нужно будет сделать вытяжку между комнатами. Сойдет. Естественно, нужно будет построить кровать. Прикроватный столик. Лампу. И, например, Харли. Мы здесь сейчас сделаем плодородную почву. Может быть, этого куска будет даже достаточно. Это будет лилейник. Где это? Есть, блин. Вот он. Окей. Там, где высажено, считается хорошей спальней, а хорошая спальня — это уже отсутствие дебафа. Шедевр опять сделали. Ряба. Не выравнивать. Ты можешь чуть-чуть, да, в горное дело? Ты даже прилично можешь в горное дело. Отличная кровать. Это будет комната для Леда. И нужно включить это в домашнюю зону, чтобы они там убирались. Окей. Офигеть. О, как хорошо. Ой-ой-ой, горняк, ты посмотри. Они почти всю жилу уже выкопали. Божечки, как же хорошо. А у нас шедевральный прикроватный столик получился. Какая красота. Какая прелесть. Какая прелесть. О, мы, кстати, уже весна наступила. Damn. Хорошие новости. А я думал, что сделали шедевральный автомат там. Лернави, у тебя отстойная, да, пушка? Нет. Минг. Еще один шедевр. Оу, бэйби. Так, иди возьми разрывающий себе пулемет. Автоматом, сори, сори. Что сделали? Шедевральный шлем из стали. Йоу. Лет. А он никогда не будет переносить. That's so sad. Надень себе простой шлем. Теперь ты хоть чуть-чуть задефана. Но тебе еще нужно бронештаны. Блин, меня... немного огорчают бронештаны тем, что они от холода как бы ме. Как бы ме. Бронештаны. Повторять. До одной штуки. Нормальные легенды. У меня здесь есть нормальные бронештаны? А если так? У меня здесь действительно есть нормальные бронештаны, которые я не вижу в глаза. Не вижу. Легендарная! Легендарный шлем! Man, look at this! 440. Легендарный шлем. О-хо-хо-хо. Ускоряющий. Знаешь, кому это надо? Это надо Харли. Сильный гул женщин, ничего страшного. Подожди, я не... Где? Покашка-покашка. Бронештаны, давай просто по рядам посмотрим. Ту-т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 у. Я не вижу здесь бронештанов. В глаза бомблюсь. Если только не где-нибудь в соседней комнате они валяются.
Где-то в этой зоне есть бронештаны нормального и выше качества. Харли, почини. Хороший броник. И все? Вы что меня бесите? Вы мне голову морочите, что ли? Объясните. Бронештаны. А, во-первых, наверное, куртки можно теперь и рубашки разрешить, потому что зима закончилась чисто технически. Еще могут быть заморозки, но ничего страшного. Бронештаны? Вы где? Не, я их просто реально хочу Леду отдать в таком случае. Если они здесь есть. Но не похоже, что они здесь есть. Нормальные штаны где-то. Интересно. Я уверен, что вы уже просто видите где-то. Где-то здесь штаны и смеетесь надо мной и хихикаете. Пока я не могу их найти. Что ж, ну и храните свои секреты, как говорится. Че я могу сказать? Но вообще, да, странно. Мы можем начать изготавливать отличные и не считать нормальные. Ну, типа, хорошие и выше, да. Вот это было бы приемлемо. Я понимаю, что это трата ресурсов. Автоматы однозначно отдают хорошего и выше. Простые шлема. И... Риск срыва у Стефании. Поселенец пропал. Вот это печалька, конечно, да, согласен. Домашняя зона. Проблема в том, что вот это тоже считается той зоной, где они находятся. И это место отвратительное. Реально просто... Просто... Ле. Так. Нам нужно сделать здесь перестановочку. Это вы правы, я вспомнил. Все очень просто. Лет. Я доверю тебе этот проект. Да? Да, вроде так. И можем даже добавить еще одно место для стрельбы здесь. Из сланца вот сюда. Вы еще не добыли здесь всю сталь? Близки к этому. Слушай, молодцы, молодцы. Фигачат, будь здоров. А, что там у пельменя? Почти ремесло откатилось. Это здорово. Лернави, а можете? Обжорцу Харли. Просто потому, что она обжора. Обычное дело. Расскажите что-нибудь новое. Я прям пригораю. Я не знаю, как вы не тилтите от этого. Я просто с ума схожу. А, я думаю, что мы здесь можем убрать чуть-чуть. Вот этот свет переставим сюда, он здесь будет эффективнее. Я хочу еще один стульчик добавить. Так, что-то какие-то подзагрузки начались. Интересно. Что происходит? А, древо души, кстати, готово к связыванию. Сори, я забыл. Кого мы начали вязать? Минга? Наверное, Минг, да. Минг... Погнали. Лернави, у тебя слишком хорошее настроение и слишком низкий уровень аппетита, так что... Нормально.
Мы можем, кстати, еще разок здесь бустануть кусок земли, чтобы все-таки больше там посадить цветов. Мне кажется, это хорошая практика. Сейчас Валеру сразу отправлю. Валера сюда. Минг, что получили? Целебное прикосновение? Нормально, нормально, приятно. Я думаю, что... Ой, сори. Я думаю, что этого будет достаточно теперь. Сюда у нас не подведена электроэнергия. Кто-нибудь подведет. Стали-то теперь полно. Блин, Лернави, конечно, тоже молодец. Я прям горжусь пешками, которые у нас подобрались. У нас, кстати... О, они уже пересадили одомашнюю траву души. Значит, у нас 150 всего. О, надо увеличивать. Надо увеличивать этот кусок. Изи, знаешь, на сколько? На вот этот весь... На вот это все. Сейчас быстренько планировку поярче сделаем. Здесь можно. Вот здесь, наверное, нельзя. Где стулья, наверное, тоже особо смысла нет. Это что? Лечебный корень? Он все-таки отменил зону лечебного корня. Камон, я хотел ее оставить. Где-то так, наверное, да? Эту всю можно высаживать, но у нас здесь нет сейчас места пока. А это будет одомашненная трава души, а это рис. Потому что риса у нас сверх меры. На 3000 сидим. Я думаю, что мы можем меньше теперь изготавливать. И планировку 10%. Чуть-чуть лечебного корня, лекарственных трав у нас полно, но я думаю, что это то, что лучше делать, чем не делать. Сталь есть. Пельмень просто мочит. Я прям горжусь этой пешкой очень сильно. Бронештаны лет. Мы можем вот так сделать. Я тебе говорю, здесь не было бронештанов. Даже не представляю, как они здесь считались, где здесь нормальные бронештаны. Либо они куда-то завалились, либо он оценивает вообще по всей карте. Лет теперь плюс-минус заряжен. Скорость передвижения, конечно, снижает, но... Не. Мы можем из него сделать милишника. Действительно, еще одного. Ну, нужны ли? Мне кажется, нам нужны стрелки. Боевые единицы и самые настоящие стрелочки. Самые настоящие стрелочки. Так, чё, уже серия подходит к концу? Стефания опять недовольна? Предполагаю, что да. Карли перестает объедаться. Сейчас? А Стефания не может, да? Нужен 12 уровень растеневодства, чтобы высадить. Лернави, как покушаешь? Вперед. Валера. Я вам запрещаю спать. Нужно высадить одомашненную траву души. Только вы можете это сделать. Стефания скоро тоже сможет им помогать. Быстрая обучаемость — это прям бомба. Кстати, по возрасту сколько им уже? 36, 33, 47 Харли, 47 Стефания. Сегодня день рождения у Рябы. С днем рождения, Ряба. 54 года Мингу,
47 лернави, 19, 45 пельменю. Мы уже выживаем с вами 422 дня. Вау. Офигеть. Офигеть. Как быстро летит время. Как быстро растут дети, да? Оу, мин. А знаешь что, Стефания? Тебе чуть-чуть осталось до подъема уровня. Попробуй засеять здесь гивланитник. Я понимаю, что этого скорее всего не хватит, чтобы бустануть 12-й. Но это тебя очень сильно приблизит. А что за задание? А, это про неугомонную... Слушай, а меч? 88 накладок на голову. Что такое накладка на голову вообще? Сколько она требует ресурсов? Мантия. Накладка на голову. Вот эта хрень. 34 работы, 15 деревянный. Чё? Ну-ка, подожди. Накладка на голову. Пауза. 15 дерева или 15 металла? 88 штук. Охренеть. Не, ну мы можем. Проблема в том, что нам нужно будет телепортировать... Ну, как в тот раз сделать. Телепортировать какую-то пешку с помощью транспортной капсулы. А куда надо? Вот другой вопрос. Просто я бы танку зарядил меч. Вопросов нет. И уран — это плюс одна турелька. Где они находятся? Супер близко. Супер близко. Фарскип, Харли можем закинуть. 88 штук надо сделать. А качество там определено? От нормального и выше. Ну... Не самое плохое, наверное. Мне кажется, мы можем. Одиннадцать. А восемь. Сделаем чуть с запасом. Вдруг еще туда что-нибудь отнесут. Запретить. Накладка. На голову. Максимальный приоритет. Накладка на голову. 88 штук. Окей. Вот даже не так. Пока пауза, да. Мы сделаем 44 здесь. Это же разные задачи, так что они не будут добавлять друг другу в счетчик. Просто двое смогут делать. Энергетический заостренный плазма-синхро-меч. Охренеть, там сколько слов. Урон в ближнем бою плюс 12. Бронепробитие. Черты медитативность и подвижность. С личностью оружия. Пока оно в руках, хозяин будет за день медитации восстанавливать психоконцентрацию на 10% больше обычного. И подвижность будет двигаться на 15% быстрее. Это супер пушка. Да. Давайте попробуем. Блин, это опять будет очень долгая серия. Я считаю, что нам нужно это сделать. И... Не стали. Не стали. Сталь... Мне слишком жалко сталь. Мне слишком жалко сталь на эту хрень. Это даст нам кучу древесины. Пельмень делает накладку. Харли. Окей. Пельмень. Шей. Торсо. Рабочий запал. Приберегу. Стефания, кстати, как твое растеневодство? Очень близко. Усталость твоя тоже на катастрофическом уровне, но...
мы переживем. Если ты сорвешься. Я понимаю, что оно расположено на улице, и оно как бы гниет, но я думаю, что мы успеем сделать. 88 штук, да? Чисто теоретически мы можем одну Харли и 88 этих штук зарядить, наверное, да? Например, я сейчас не буду отправлять, но мы тестим. Остается еще некоторое количество. Накладка. Они почти по килограмму за штуку весят. Охренеть. Я что-то не уверен, что мы сможем одной капсулой это все отправить. Караван сюда надо будет отправить, если что. Пельмень, ты не дальнего боя охотник, успокойся. Растерянность Харли. Ничего нового. Расскажи что-нибудь новое об обжорах-пессимистах. Псхиновая ломка? Еще не прошла? Стефания все-таки ушла в обжорство, но она успела все высадить. Пофигу. Пофигу. Эмоциональная нестабильность. Порог нервного срыва плюс 15%. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему они постоянно мне пишут про охотников? А, Минг я случайно назначил на охоту. Сори. Пытался убрать, видимо. Шахтер. Оставим тренинг. Я заметил, что Минг успел себе дальний и ближний бой прокачать за это время, так что тренировки дают свои плоды. Шедевр! Шедевральную накладку на голову. 9 штук уже есть. Пельмень, отдыхайте. Отличная работа. Не знаю. Может, мы можем туда 2 закинуть? Ну, знаешь, типа, первым караваном закинуть транспортную капсулу с Харли и сколько с ней войдет. А второй закинуть... Я не знаю, просто отдельно еще одну капсулу ей на голову. Да, это типа запретит двигаться каравану. Но и пофигу. Главное, чтобы она в этот момент была на месте. И мы прям ей на голову типа скинем еще дополнительные эти шапки. Блин, они по килограмму за штуку. Это реально типа 88 штук? Это целая капсула будет, да? Вообще нет. Чисто при минимальных подсчетах, вроде как Харли плюс эти накладки вроде должны войти. Вроде должны поместиться. Не знаю. Сложно. Она 71 килограмм. Они где-то по 0,8. А по-разному. Они по-разному весят. В этом проблема. Какие-то из них 0,4. Какие-то 0,8. Я не знаю. Можно делать больше 0,4 килограммовых? Это было бы здорово. Это, видимо, от бафа вес зависит. Типа там какой-нибудь баф из разряда уменьшает вес. Но, ладно. Я думаю, что в следующей серии будем крафтить. И так достаточно долго получилось. Это прям... Прям затраты времени будут. Да. Пельмень практикует рукопашный бой. Грузовые контейнеры. Что там? Золото? Спасибо. Лернави? Перенесите золото.
Еще пару камней зацепил. Ну ничего ты хорош, ничего ты мощный вообще. Древесины, они еще добыли древесины, так что точно должно хватить. Окей, окей, ребятки, большое спасибо за то, что ворвались. В следующей серии мы продолжим изготавливать наши мега-кепчики, кепушки, накладки на голову, I'm sorry. И, ну, посмотрим, как оно пойдет дальше. С вами был Джо, специальный канал Joyware, желаю всего хорошего, ребятки, и пока.